Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня 5 октября. Возвращаюсь я с Инзерских зубчаток с туристами. Едем вот на таком тягаче. И хочу вам показать дорогу для моих друзей-экстремалов. Значит, посмотрите, какая дорога. И ну для всех, кто любит экстрим, буду снимать. Буду показывать. Такая дорога. Вот так мы едем с друзьями. Страшно, но приятно. Для тех, кто любит экстрим. Друзья мои, подъезжаем мы к кордону Мичеля. Посмотрите, какая красота. Большая, съел в нее
Спасибо всем, кто посмотрел. Посмотрели вы эту нашу дорогу. Сейчас будем форсировать Старицу. И я скажу вам до свидания. Просто разливается в два русла. Такой брод сейчас будет. Ну, спасибо, друзья мои, что были со мною. С вами был Владимир. Всем мира и добра. Пока-пока.